Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 сентября. Память святого мученика Евпсихия. Святой Евпсихий родился и получил воспитание в Кесарии Каппадокийской, царствами императора Адриана, 117-138 год. Он хотя и не воздвигал на христиан особо продолжительного гонения, однако при нем пострадало много мучеников и христиан. И сам он имел к этому склонность. Царством императора Адриана на него был сделан донос, что он не чтит языческих богов, а почитает Христа. Вследствие доноса Евпсихий был взят правителем Каппадокии и подвергнут пыткам. Тело его строгали железными когтями до тех пор, пока не обнажились ребра. После мучений святого Евпсихия еле живого бросили в темницу. Здесь он обратился к Господу с усердной молитвой, и во время этой молитвы явился ангел и прикосновением своим исцелил раны мученика. Вскоре после этого святой Евпсихий был выпущен из темницы на свободу. Освобождение этого совершилось по произволению Божьему для того, чтобы богатство, коим обладал Евпсихий, не доставалось людям нечестивым, но роздано было бы бедным. И действительно, святой Евпсихий все свое имение, собранное еще его прадедами, раздал нищим и убогим. Причем некоторую часть отдал врагам своим, кое оклеветали его. И таким образом виновников своих страданий почтил дарами, как бы своих благодетелей. Впоследствии, когда Кесарии правил князь Сатрикий, святой Евпсихий снова был схвачен. Его повесили и долго строгали, после чего он принял мученическую кончину через усечение мечом. Рассказывают, что из язвы его тела вместо крови истекли молоко и вода. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.